Кто самый богатый человек в России? Абрамович Роман, мне кажется. Путин. Ну, потому что он президент. И не потому, что он получает зарплату 80 тысяч или 120. Ну, потому что он на полном содержании. Понятия не имею. Не знаю. Бояре какие-нибудь. Москва вообще богатый город. Это мы, простонародье, вот, пенсионеры, мы ничего не имеем. Я их не всех не знаю, Усманова знаю. Наверное, ну, может быть, не самый богатый, может, еще богаче есть, да? Ну, по идее, должен и Путин быть богатым. Предполагаю, что это так, а почему бы нет? Ну, все наши олигархи достаточно богаты. Ведь это же есть, а что вы меня спрашиваете? Есть этот Фобус, который озвучивает все эти фамилии, правильно? Да. Ну, вот, будем от них отталкиваться. Ой, я забыл фамилию его. Дерипаска? А, ну нет, по новостям вот передавали, что новый. Мордашов. Да, да. Главный по стране, я думаю. Абрамович, публично и так далее. Тем более, есть у него команда Челси, то, что он выкупил. Ходорковович. Ходорковович или Ходорковский? Ходорковский, да, извините. Ну, может быть, Ходоркович тоже. Ну, не знаю. Даже не знаю, честно. Наверное, Путин, что-то мне так кажется. Сейчас знаю, мой земляк Алишер Усманов был когда-то. Сейчас не знаю. Самый богатый в России человек я. Потому что я счастливый, довольный. У меня есть прекрасная жена, дочь, и все счастливы. И это самое главное. Поэтому может каждый из нас быть самым богатым человеком. Не в деньгах же это все.